эмоции, какие они могут быть, конечно, я очень рада и очень горжусь своей командой. И очень приятно, что вот нас очень много людей поддерживало на самом деле в зале. Болельщики наши пришли. То есть это были вообще незабываемые эмоции, тем более, что Спартакиада это первая. И вот мы ее выиграли, это очень, не знаю, незабываемо. Мы не торопились и спокойно доигрывали атаки до верного завершения. Очень рада этой победе. Была долгожданная победа для нас. Мы отдали все силы сегодня, мы боролись каждую минуту. Во втором тайме Ростов нас догнал, но мы смогли найти что-то новое, что-то придумать, что-то поменять, чтобы немного оторваться, чувствовать себя более спокойно. Каждая сегодня отдала все на площадке. Наши тренеры, наши врачи, наши болельщики, все девочки. И это очень классно, это долгожданная победа для нас.